Другого пути нет. Что? Что? Нет, ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё нафиг? С ума сошёл? Привет, народ. На связи Саня. Что ж, сегодня мы с вами попробуем поиграть на сложности Кеттер. Давно хотел это сделать. Прям с интро. Введем имя. Озвучка, ну, точнее, локализация от Trill Team. Ссылочка на ее в описании. Также будет ссылочка в описании на локализацию от Game Voice. Почему? Потому что у людей должен быть выбор. Что ж, давайте начнем. Вот так вот сразу бросился в бой, блин. И... давно не играл в Content Breach, и сразу давай в Кеттер, да? Ну, идиот, я знаю. Ждем, пока он не откроет это все. Мне только одна жизнь. Да-да-да. Давай быстрей. Нас незачем говорить, мне время умирать. Да-да-да. Я знаю, что ты должен... У тебя есть... Можно всех убивать, тебе можно. Все можно. Обслуживающий персонал Альфа. Пройдите к лифту зоны общего содержания 6A для проверки безопасности. Ага. Я проголодался. У нас же сегодня в кафетерии день пиццы, не так ли? День пиццы? Мне кажется, сегодня запеканка из тунца. А, твою мать, я не спорчу. Единственная причина, по которой я все еще прихожу сюда, это пицца. Я не знаю, что в ней такого, но она вкусная. Боже, рыбная запеканка, напротив, отвратительная мерзость. И она должна быть здесь заперта вместе со всеми этими уродами. Чувствуете себя... Слышь! Окей. Ты что сказал? Гимнастический факультет по воскресеньям, и не стесняйтесь принять участие в бадминтоне. Ладно, со пошли. Своими коллегами по работе. Быстрее можно? Так, не трать время. Они давно ждут тебя. Да-да-да, ты тоже не трать. Давай быстрей. Все, пошли. Привет, пацаны. Сиджей, Гуши. Ку-ку. Не хочу. Эй, Сыкло, ну быстро вернись в камеру. Не-не-не. Иначе я за себя не отвечаю. Ну, началось. Жопа происходит. Я не должен умереть. Видите? Быстрое сохранение отключено. Первое, что делаем, сразу делаем яркость. Для Ютуба. Привет, Ютуб! Не должен... Блин, привычка нажимать F5. Тихо, тихо, тихо. Главное, в первую очередь, найти карточку. Это еще противогаз. Это еще очки ночного зрения. О боже мой, у нас колечко. Ключик, господи. Это же жопа. Потихоньку, не спеша. Мы должны все. Надеюсь, с первой зоны хотя бы выберусь. Блин. Стремновато, если честно. Главное, не случился бы какой-нибудь баг, и 173-й не пришел бы за мной. Блин, надо быстрее противогаз, иначе от деда я не отделаюсь просто. Здесь карточка может быть первого уровня. Здесь только батарейка пока тоже нужна. Мне нужны документы. Медленно. Первый уровень. Отлично, закроем тебя нафиг. Тебя. Пошли. Стремновато в такие коридорчики заходить на самом-то деле. Блин, у меня нет противогаза, я не могу сюда пройти. Да и стрёмно на самом-то деле. Боюсь. Давай. Газ. Отлично. Отдохнем немножко. Машину бы.
О боже мой. Так, надеюсь, нигде здесь нету 173. Так, главное не провалиться. Блин. Быстрее бы найти карточку второго уровня. Свалить бы нафиг отсюда. Лифт. Это лучше не ходить. Моргну. Пошел. Тихо. Дверь открыта. Не хочу пока туда идти. Крики. Блин. Если еще через ящериц будет, это будет полная жопа. Снова дверь открыта. Там как раз то, что нам нужно. Противогаз. 14.99. Да сколько-то можно-то, а? Ну давай, делай свою работу. Такое чувство, будто я вернулся, но это не так. Черт! Ладно, погнали. Не уставать, не уставать. Ящерицы. Машина. Но нам нужна карточка второго уровня, правда? Правда. Она или здесь, или находится за 939-м. Я не знаю, я пока не готов рисковать-то. А что эта дверь открыта-то? Блин. Так, перед каждым входом будем моргать. Надеюсь, карточка где-то есть второго уровня здесь. Я на это очень надеюсь. Потихоньку, не спеша. Можно, конечно, попробовать через деда проскочить, но это будет не очень хорошая идея. Возможно, я могу сразу сдохнуть. Блин, звуки деда. Тихо. То, что мне нужно. Моргнули. Тихо. Я должен выбраться. Прости. Ох. Тихо. Только попробуй здесь появись. Дверь открыта, это стрёмно на самом-то деле. Пошли. Моргнули, пошли. Блин, противогаз как достану, это будет очень хорошо. Нам бы хотя бы третий уровень. Блин, моргнуть забыл. Блин. Главное не забывать, иначе очень бы все. Ух, как руки-то вспотели-то, а? Без противогаза вообще никак. А сейчас как с лифта выйдет-то? Закрываемся. Так, быстро. Что-то с ФПС творится, не знаю что. Сохраниться не могу? Блин. Давайте на файн. На тонко. Тонко. Все, больше мне достаточно было. Ох, как доктора освободим, это жопа будет. Готово, отлично. Теперь типа газ на максимум. Очки ночного видения можно и так, в принципе, если иметь с собой батареечки. Так, первое, это мы пойдем к 14.99. Чтобы от детка подальше. Все. Готово. Пошли. Моргнули. Бля! Нет! Да вы шутите! Игра, пожалуйста. Быстро, нужно, теперь, бежать. Очень быстро, нужно, бежать. Еще эта херня... Быстро. Дайте мне, пожалуйста. Вот это такой. Давай. О! Успел. Главное, что 173 меня не взял, иначе это будет очень плохо. Так, тихо. Закрылся. Подождем, пока звуки пройдут. Пошли. Какая бумажка? Ты мне нафиг не нужна. Двери нужно с собой закрывать, иначе это очень плохо закончится.
Эти тоже буду всегда буду закрывать. Так, погнали. Моргнули, пошли. Стреновать. Дверь открыта, дверь открыта, дверь открыта. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Никогда не боялся так 173-го. Как сейчас. Вот здесь мы пройдем. Назад быстро. Господи. Еще чуть-чуть. Я бы умер. Планшет. Валим. Просто валим. Так. Куда идти, куда идти, куда идти, куда идти? Это начало. Это то, что нужно. Так, 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 так. Дверь закрыть. Колечко доктора. 427, это вроде бы... Да, этого объекта нет. Закроем дверь. Потихоньку, не спеша. Блин. Отлично, есть. Все. Все, что нужно, вроде бы есть. Главное, чтобы 173 не пришел. Так, откуда я пришел? Откуда я ушел? Блин, слишком... Я слышал его. Он где-то рядом был. Ох, надеюсь, он не здесь. О, отлично. Слышал, он сзади. Надеюсь, ты телепортнешься. Давайте нафиг закроем. ФПС не знаю, что творит. Но я лучше закроюсь нафиг. Так, доктор. Так. Блин, еще камера 372-го. Ой, ё, там же дедок, там... Бессонники. Ой, ладно, может без нее смогу пройти. Кто его знает, но это не факт. Ждем доктора. Доктор. Где? Ты шути! Вы шутите? Так, стой, 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 стой. Колечко, раз. И тебя два. Это шутка, да? Это шутка, да? Если да, мне не смешно. Привет! Я снял? Снял. Пошел ты! А я в тебе не чувствую ничего. Ты гнилая субстанция. Так, стоп. Уйди. Овладел мной ты. Тихо, 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 тихо. Уходим, уходим, уходим. Есть. Надеюсь, это выход. Отлично. О боже. Эй, головки, я сюда не зайду. Нет. Ну ладно. Другого пути нет. А! Что? Что? Нет, ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё нафиг с ума сошел? Господи, я выпустил то, что не нужно. Как мне без очков ночного видения-то? Это было стрёмно, это было страшно. Блин, 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 блин. Игра вылетела. Спасибо. В общем, как вы видите, совсем другой сейф карты и сохранение другое. И как вы поняли, я решил пропустить заставочку. Не вижу в этом больше смысла. Привет, компьютер. Молодец, спасибо. Итак... Дверь открыта. Это плохо. Пошли сюда. Здесь пусто. Забываю моргать перед каждым. Здесь 173. Не хочу. И там он может быть. Здесь может быть карточка. Вот она. Моргнули. Пошли. Да сколько дверей-то открыто будет-то? Не орите, пожалуйста. Машина! Мне нужна вторая карта. Вот так незадача-то. О, черт! Сюда давайте выманивать. Что?
пока ничего. Моргнули. Я пойду назад. Не хочу. Ну и в баню. Мне повезло. Блин. Вот это... Так, тихо, он же здесь может быть. А я забыл моргнуть перед началом. Перед тем, как войти. Потому что 173-й мор... Да блин. Внимание! Всем сотрудникам явиться к воротам немедленно. Ага, как только так сразу. Я выберусь, интересно, хотя бы еще раз. Карточка первого уровня. Противогаз. Так, раз, два, три. Монетки брать я не буду. Моргнуть я снова забыл. Ой. Да ты шутишь надо мной, да? Может к ящерицам пойти? Там-то веселей. Может он еще в лифту быть? Нет, только лысый мужик. Так, здесь никого. Я слышала его. Он здесь. Блин, я боюсь повернуться. Смотрим сюда. Никого нет. Да, женщина. Ну долго я буду так бродить? Дверь открыта. Это нехорошо. Так, жижа деда. Черт, ну где же карточка второго левела? Может так ящерицам надо? Все бывает. Ой, ё! Ёкалы мне, как говорит когда-то я. В старых видосах. Но почему я испугался? Можно его пройти. Но осторожно. Попытаемся мы с вами. Но не обеща... Ё... Не... Тихо. А то еще убьет меня. Он еще та сволочь. Ну ладно. Блин, я ж видел, где... Ладно, это поздно уже. Пошли. Почему я слышал 173-го? Мне аж страшно стало. Так. Это красная... Это ящерица. Слава богу, я здесь не одинок. О боже мой, еще и мой голос здесь. Почему слышу 173-го-то? Эй! Сам себя кривляю. Докатился. Скатился уже до того, что сам себя кривляю. Прощай, Саня. Я уже думал, что потерял вас. Ты уже меня потерял. Не на... Да что это было-то? Что происходит? Уходи, братюнь. Покажите. Да заткнись. Что творится, я не знаю. Здесь это одна ящерица, иначе мне каюк. Уходим. Я смог пройти ящериц на кэтере. Отлично. Хотя, если бы это было с этой стороны, похоже, мне была бы жопа. Хватит тыкать по кнопке. А я буду тыкать. Я слышал 173-го. Кстати, да, может кто-то думает, он играет на самом деле не на кэтере. Быстрое сохранение отключено. Так, ладно, идем. Я здесь был. И карточку второго уровня не нашел. Стоп, а не было ли все рядом? Нет, это было другое. Что происходит? Я не хочу идти туда. Мне страшно. Там такое чувство, что был 173-й. Возможно, это так и было. Вы слышали? Это начало. Моргнул, пошел. 12. А еще машину искать. О! Дверь открыта. Не нравится мне это. Открываем и пошли. Блин!
Да ты что творишь? Да вы шутите. О, здесь то, что мне как раз нужно. Надеюсь, там будет дальше машина. И сейчас как вылезет дед, это будет смешно. Так, закрыть. Карточку на... Файн. На тонко. Быстрее. Кстати, так и не нашел 372-го. Кстати, пока могу. Противогаз улучшить на максимум. Это удастся нам бежать. Нет! Быстро! Чего? Скотин! Вы шутите надо мной, да? Ты играй явно против меня! Быстро! Быстрей! Второй раз уже! Я живой! Я живой! Живой! Но у нас есть проблема. 173-й. Да еще дилемма. Как же выйти мне? Спасибо. Заходи сюда. Тихо, тихо, тихо. Я чуть его не пустил, блин. Тихо, тихо, тихо. Так, моргнули. Заходи. Тихонечко. Прощай. Повезло мне. Пора искать путь к доктору. Стоп, здесь может что-то быть полезное. Планшет, например. Ладно, бумажку эту мы возьмем. На всякий. Я рад. Я слышу его снова. Где ты? Хорошо, что я узнал. Боже мой, он меня преследует. Капец как. Мне стрёмно. Капец. Колечко еще и не нашел. А, оно недалеко. Вроде бы как было. Ладно, уже нет пути назад. Проходим. Не хочу возвращаться пока. Так, сюда давайте. Я его слышал. Он сзади или спереди? Статуя просто не отстанет от меня просто. Это жесть. Да черт возьми. О! Откроем? Почему бы нет? Может и убежим. Но, конечно же, без... Что нам нужно? Будет очень сложно. Да ты сволочь! Дедуля. Главное, чтобы не появился этот... Статуэтник. Он идет сюда, за мной. Ну давай, удиви меня со своей чумой. Боже, я буду всю серию так разговаривать, как идиот, да? Что происходит? Скажите мне, что с доктором случилось за эти дни? Ну заходи давай. Привет. Я доктор. Нет, нет, нет. Спасибо, что я живой. Тихо, 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 тихо. Дверь открой. Бежать нужно мне. Быстрее. Боже, я выжил. При такой сложной ситуации. Да ты шутишь надо мной, да? Знаете, да, надо валить отсюда нафиг. Пока могу. Мишка, спаси меня. Понимаю, что у меня нет всего, что нужно. Ага! Здесь комп... Боже мой, это жопа. Если компьютер здесь...
Здесь жопа это... Какого чёрта? Кэттер. Взял противогаз, отлично. Закроем дверку. Там дверь открыта. Мне это не нравится. Ай! Внимание! Всем сотрудникам явиться к воротам немедленно. Смогу ли я пройти вообще на кэтере, как считаете? Пишите в комментариях. Когда-нибудь-то я пройду, но эти попытки очень странные. Так, он здесь, да? Ку-ку, мой мальчик, ку-ку, мой мальчик. Ага, здесь, если что, колечко. Моргнул еще раз. Знаете, как я хочу попробовать? Так, мне кажется, я здесь был. Если я найду что-нибудь от деда, я туда пойду. Почему бы нет? Попробовать хочу. Может, получится и так пройти. Или мне будет просто жопа сразу. Так, давайте мы пойдем сюда. Угу. Все, это смерть. Это смерть. Но не факт. Могу выйти отсюда я. А может и нет. Ой, здравствуй, друг. И снова мы с тобой встретились, но уже в новом сохранении. И пойду сюда. О! Давно я здесь не был. 1583. Зачем моргнул? Спасибо всем, кто смотрел.